Около 15 журналистов и представителей администрации Волынской области сегодня приехали в Брест. Первое, что они сделали, оказавшись в нашем городе, направились к своим коллегам в редакцию Брестской областной газеты «Заря», где их тепло встретили и рассказали о работе газеты изнутри. Волынские корреспонденты внимательно все запоминали, чтобы в дальнейшем осветить приобретенную информацию на страницах своей прессы. Сегодня к нам приезжают гости из Волынской области, делегация наших коллег, журналистов из различных украинских изданий Волынской области. Но хочу отметить, что это далеко не первый визит наших коллег к нам на Брещину, как и наших журналистов на Украину. Это уже давние традиции, сложившиеся еще и из советских времен, и сейчас они продолжаются и крепнут. Скучать журналистам из Украины не придется. За два дня пребывания в Беларуси они должны многое успеть. Посетить редакции региональных изданий, Генеральное консульство Украины в Бресте, познакомиться с достопримечательностями нашего города. Не менее познавательной для украинских гостей станет и поездка в город Береза, где их ждет не менее увлекательная программа. Вообще в Бресте я была, як що вчилася в школі. От. Там мені враження були незабутні. От, а з такою делегацією – це вперше. От. Ну, чекаю, що чого, чекаю побачити, досвід побачити, як працюють наші колеги білоруські, от, поспілкуватися. Відносно, як тираж, як відносяться керівники наші, наприклад, теж районна газета підтримують. От, у нас хороша співпраця от, з районним керівництвом. Думаю, що і тут так само. Хочу почути їхню думку. Професія журналіста требує бути в курсі событий не тільки в своєму регіоні, но і за його пределами. Іменно поэтому українські мастера-пера приїжджають в наш город, а наші кореспонденти з удовольствием їздять в Україну, після чого розказують на страницях своїх изданий о жизни людей за рубежом.